российские политики наши выходят. Да я, боже мой, вы знаете, я уверена, никогда они, не говоря уже о кавказских семьях, в российских семьях, в глубинке, в деревне не были они никогда. Они не знают, как живет русский народ. А что говорить за нас, черномазых? Вы знаете, они вообще не понимают, как их российские люди живут. Нищета, спивается народ. Нам больно за российский народ. Как бы вы ни думали, нам, не русским, больно за русский народ. Потому что русский народ, он ведущий народ. Он должен впереди всего быть. Знаете, я вам скажу одну вещь, очень серьезную вещь. Мы всегда ответственны должны быть за людей, которых приручаем. И Кавказ верил России. И сегодня наши дети почему стали изгоями? Потому что сегодня брошенные производства, закрытые заводы, фабрики, уничтожены колхозы. Наши дети не могут учиться. А кто их подобрал? Иностранные эмиры. И все, они сегодня создали такие организации. Это такую заразу пустили на наш Кавказ. И мы сегодня стесняемся и называемся лицами кавказской национальности. Но я хочу больше того сказать. Когда я раньше пела песню «Россия, Россия, Россия, Родина моя», я считала себя, несмотря на свой облик, я считала себя частицей России. Но я хочу сказать, сегодня я очень сомневаюсь, когда в той же столице, моей Родины России Великой, а бывшего Советского Союза в Москве, ко мне может подойти по моему внешнему облику и потребовать документы. Разве это не оскорбительно для меня? Очень оскорбительно. Мы тоже матери и хотим, чтобы наших детей не показывали пальцем на них. Да, они воспитывались 20 лет, кому они нужны были? Наши дети сегодня были брошены на произвол судьбы, и поэтому трагическая вот эта страница не только для Кавказа, но и для России. Дорогие мои, я хочу сказать, у нас проблем много, а проблемы у нас одни. Раньше за то, чтобы рожать, никто в советской власти не платили деньги. Начали нашим женщинам платить деньги, чтобы они родили, вы подумайте. А родить женщина может от любви. А что же мы платим? А рождаемость не повышается. А что делать? А где родили? Тем говорят, зачем вы рожаете нищету? Да здрасте, дорогие мои, правительство, если вы требуете рожать, думайте за этих детей, чтобы они. Говорят, сегодня демографическая ситуация такая. А какая она должна быть? С одной стороны говорят, рожайте, а с другой стороны говорят, не надо нищету. Это мы ничего такого не добьемся. Дети, вот посмотрите, никто не просил, а у нас в России и Советском Союзе детей было всегда хорошо и много, и достаточно. Наши дети в садик ходили, что это была сенсация, дорогие мои. Все детские садики распродали. А теперь мы ищем, и главное, самое интересное, на высшем уровне наши мужи ищут. А где же садики пропали? А вы не знаете, где пропали эти садики? У меня есть внук, вот он через 2 года школу окончит. Куда я его должна отпустить учиться? Потому что на первом же посту его задержит милиционер и скажет, ты куда, черномазый? Вот понимаете? Но самое главное, дорогие эти милиционеры, да, может, вы правильно поступили, но иди у мать, когда они берут деньги и пропускают его. А? Где же у них идеология? Где же требования по приказу? Нету ничего, значит, кроме выше этой самой деньги, которые они взяли, и тот кавказец уже вроде даже стал славянином. Поехал дальше. А что, не они пропустили в Москву вот этих террористов? Разве не русские милиционеры пропустили? Дорогие мои, вот где точка. Вот когда говорят, вот взятки дают кавказцы. Да, даем, потому что берут. А что нам остается делать? Вот меня вот, знаете, возле метро прошлого вот остановил, он мне говорит, предъявите документы. А я говорю, а почему? Я в России. Почему я должна документ предъявить? У меня партбилет выпал. А он говорит, а что, такая партия существует? Я говорю, существует. И при той партии мне никто не спрашивал, какой я нации, куда я еду и зачем я еду в столицу нашей страны. Кривой палки не бывает прямой тени. От кривого вот этого правления у нас никогда не будет прямой тени. Вот мы, женщины, создали, между прочим, в нашем парламенте совет женщин. И президент с этим согласился. Мы встали прямо на сессии, я взяла вот такой вот целлофановый пакет, прошла, сказала, так, ребята, вы все олигархи, бросайте сюда деньги. Они побросали. Мы собрали энное количество денег,
и пошли купили детские, в эту больницу детскую, 4 телевизора. Мы проехали по всем детским учреждениям, подарки. Мы купили ковры, мы купили постельные, эти, мягкую мебель и так далее. И так. Вы знаете, я хоть как-то обобрала чертовых олигархов. Они же все купили эти места, дорогие мои. Они же все купили эти... Нам говорят, а за сколько вы прошли? А мы ни за что не прошли, мы бесплатники. А они 5 миллионов платили за место. Это в нашей-то маленькой Карачаево-Черкесии. Какая же она сладкая власть. Почему они туда идут? Да чтоб ничего не делать. Понимаете? Но я хочу закончить единственной фразой. Но маленькая женщина вперед. Ты, мужчины своего защита. С женщин начинается народ. И в женщинах душа народа скрыта.